Так, все. Мы его сейчас посадим в клетку. Давай, давай, давай. А, первый раз хомяк будет в клетку. Ну, на вербу положу. Ой, ты чего перевернул? Ой, маленький, маленькая черепашка. Ты че? Ой, ой. Клеточки. Давай, побегай. Слушай, ну... Что, он поймет то, что он залезет? Залезет? Там нормально у него? Вот укреплено или да, криво? Укреплено нормально. А по-моему, криво. Оно всегда так. Да? Оно всегда так. Где мелочь-то? Он пошел где привычно. Прятался? И не видно. Кот там бродит. Где он? А не вот нежность-то. Не мой. О, он его, ее грызет. А говорят, это съедобный наполнитель, он его роет. Иди вкусно. Ну сейчас мелкий, я тебе всю еду-то дам. Ты пока поройся так. Ой, новое пространство. Что такое? Кто такой весь наполнитель? Это... Ой, ты испугался, эти маленькие. Обижают. Всякое мучает. Всякое весь наполнитель. Он такой пушистый, к нему к пуху прилипает. Сейчас рыть будет. Стадок. Ну, вон наверху. Сейчас он не доползет до него, что надо забираться. Да иди наверх. Одному же он поймет, что надо наверх забираться. Сейчас посмотрим. Так. Заберись. Да ползи наверх. Ну, дурачок, я тебя вкусно. Няма-няма. Ня-ня-ма-няма. Коту нравится. Вот, посмотри на кота. Что такое? Ты посмотри, охотничий такой. Два рыжих морда. Вот опять, вот как тот здесь пролезал. Да. Кош очень подозрительно. Помнишь, он вытянул это через клетку? Да. Надо осторожно. Маленький. Ой. Моется. Ой, надо помыться. Там кот, да, там кот висит, весь такой, делает вид, что он подушку делает. Кот делает вид, что совсем не интересно. Где ты, мышь такая любопытная? Где мышь такая, мышь? Эй, мышь, вкусно, няма-няма тут. Только не понимаю предназначение этой штуки. Думаю, что за дня, ну ему тут явно веселее, видишь, он забегал. А то он там спал, все, он же большой, ему надо бегать. Он не понимает, что это надо наверх. Надо его наверх посадить. Не-не-не, он поймет. Он же видит то, что он живет. Ну, не знаю. Ну, какое-то время понадобится. Да, чтобы заползти. Или заползти ее по стенке. Эй, мелкий. Надо ему дать еду. Толстый. Стал такой толстый. Это он, считай, еще маленький. Ему 3 недели, да, или сколько? Да, где-то так. Или да, меньше. Он постоянно упирается в эту штуку, не понимает, что это такое. Да, он, мне кажется, не поймет, что это такое. Дурачина такой. Что ты там делаешь? Ты такой деловая колбаса. Да, для морской свинки клетка была бы маловато. 10 рублей. Этому хомяку нормально. Она для хомяков. Что там такое? Мелкий. Такой птиц. Ну так видишь, ему понравилось. Клеточки же веселее, он там живет. Можно взять кусочек еды и сделать так, чтобы он тебе туда заполз. Какой-нибудь кусочек яблочка. Он нашел, что смотри, грызет. Ну, чтобы это не был кусок пластика. Кот готовится прыгнуть. Кот там что-то это. Кот такой. Он грызает кусочки. Ай, вкусно. Это же тоже все решетка грызла. Да, о, попался. О, попался. Ай. Так, следи за зверем. Что такое? Надо закрыть. Ты же нежность мелкая. Ой, свалишься, дурачина. Да если упадет, ничего не будет. Он такой мягкий. Главное, чтобы он не зацепился. Мягкий. И будет понравилось, я смотрю, все довольны. Такой, эти торты морды. А кот-то такой. Ой, ты. Не хомяки, это что-то. Я же говорю, прикольно. Ну, не мой, не мой, на хомяк. Это первый раз в клетке.